Мы помним нары, помним плети, сирены предрассветный вой. Мы лагерей фашистских дети, и долг был наш путь домой. Лилия Демина была узницей фашистских концлагерей. Когда она вместе с семьей попала в руки немцев, ей было лишь 1,5 года. О том тяжелом времени знает из рассказов старшей сестры. Когда на сельхозработах мать набрала там этих морковку, чтобы нас накормить, то ее так, ну, как обыскивают же, после вот как с полей уходят, их обыскивают. Ее обыскали, нашли, ее избили очень сильно. И Алина говорит, старшая сестра, что она 2 недели лежала, была вообще черная, думали, не выживет. Среди тех, кто познал ужасы концлагерей, и Лидия Румянцева. Вместе со старшей сестрой и младшим братом она жила в Смоленской области. В 1941-м отец ушел на войну, мама помогала партизанскому движению. Когда это раскрылось, немецкие захватчики увезли семью в Германию. Мать разлучили с детьми. Их отправили в концлагерь. Там малолетнюю Лиду с сестрой и братом заставляли работать. Над ними ставили медицинские опыты, использовали как доноров крови. Так случилось, что у нас вот детей нет, или дети рано умирают. Потому что сказали, все эти опыты, все эти вот вливания, все эти вот уколы ненужные, неизвестно какие, все сказалось. На вышках эти надзиратели, эти эсэсовцы-то, вот, они уже сытые, здоровые. То собак на нас натравят и ржут, то пулеметную очередь по нас пустят. И очень много было желудей, и мы эти желуди собирали, ели. Это у нас, мы же голодные. Все, что можно было в рот тащить, мы все в рот тащили. Сейчас Лидия Матвеевна и Лилия Эммануиловна состоят в союзе бывших малолетних узников фашистских концлагерей. О своем детстве, которое прошло в нечеловеческих условиях, они рассказывают школьникам во время классных часов и на уроках мужества. Нужно рассказывать о тех злодеяниях, что творили фашисты. Рассказывать, что такое фашизм. Вот поэтому мы, невзирая ни на что, ходим и рассказываем. Дарья Химич, Роман Опарин, «Новости губернии».